Банде Гуру Пададандам Бхакта Винда Саманнитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чарнодаям Гопиджана Самаюктам Бриндаваном Манохарам Ваншакалпадаруваща кипасинду вевача Патитанам павунебхьо вайшнавебхьо намо намаха Мукам кароти вачалам пангум ланхайте гирим Ят кипатамахам банде парамананда мадхавам Бриндавай тулсидеббхой пиявай кесавасвача Шнабхакти паде деви саттваттвай намо намаха Нараяна намаскритта нарам чайва нароттамам Девинг сварасватинг вясам тату жайо мудир Шанкетане Кришна катхопадеше Гаурия патрасьо пракасанеча Садануракта гуру бхакти юкта Бхакти Прамадакча Джагод Варуньо Дхейям Сада Парибхавагнам Авишчадухам Тетхас Падам Сива Виранчинатам Сараньям Бхитатихам Панутапала Бхавадипутам Банде Махапурусуте Чаранаравиндам Ятпада Паллаванака Чандамани Чатая Висфуржита кимапика паводушва дарши Пурнанураграса сагра сарамурти Сарадхикамай када кипам кароши Сри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сри Аддвайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактабинда Сри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддхита Гададхара Сивасади Гаура Бхактабинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам 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 Харе Аджану ламбита бхужау канука бодату Сангитаной капитару камала ятакшо Вишамбару диджавару джугадхарма пало Банде ягат приякару каруна бодару Харе Кришна Харе Кришна Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе. Намами Ганге Тава Паду Панкаджам Сура Сурайр Вандито Дивья Рупам Бхуктин ча муктин ча дадасиниттам Бхаван рупена саданаранам Ганга таранга рамания жата калапам Гаури нирантара вибуши тобам бхагам Нараяно прияманаго мадапахарам Баранаси Пурапати Бхаджави Шанатам Ваги Шаджаша Бадани Лакшмир Джасача Бхакшаши Джасасхиде Самбихи Твам Нишингамахам Бхаджи Харе Кришна Харе Кришна 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 Хари, Хари, Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари.
Jasyasti bhaktir bhagavati akinchana sarvaguna istatro shamasati suraha haru avakta shukuto mahadguna manorathena sato dhavato vahi Jasyasti bhaktir bhagavati akinchana sarvaguna istatro shamasati suraha Haru avakta sakuto mahadguna manorathena sato dhavato vahi. Gauriya Goshtipati, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupad сказал, that Gaurki Vastu, Gaurki Vastu, what a unique thing Gauranga Mahaprabhu is. Чтобы понять, насколько уникален Гауранга Махапрабху, необходимо избавиться от неблагоприятного общения. Необходимо так устроить свою жизнь, чтобы в ней не было никакой сатсанги. Насколько поразителен Гауранга Махапрабху, для того, чтобы это осознать, необходимо избегать асад-санги, неблагоприятного общения. Но обусловленные души не могут понять, что есть сад-санга, что есть асад-сад-санга, сознательное или бессознательное. Они совершают асад-сангу. Те, кто не установились полностью в Агьян-таттве, я говорил однажды в большом собрании саду, пока не установится саду в этой таттве, он не сможет проповедовать, он не должен идти проповедовать. Я могу привести множество подтверждений этому из того, что было сказано Шрила Прабхупаду. Если я не установился в этой Адвайта-таттве, мой Шуддха-даршан будет загрязнен, у меня не будет чистого даршана, потому что я не установился, не принял стабильное положение лотосных стоп Шри Гуру. В таком случае я не могу проповедовать. На самом деле, для обусловленной души невозможно полностью избавиться от асад-санги. Это возможно только тогда, когда есть стопроцентное предание Шри Гуру. И когда человек получает полную милость Шри Гуру и Вайшнава, в таком случае человек может развить такое восприятие, получить такие глаза, с помощью которых он сможет легко понимать, что это есть асад-санга. Может быть, очень хорошая харикатха, прекрасная, но так или иначе он сможет понять, что это асад-санга. Но для этого необходима полная милость Шри Гуру и Вайшнавам. В противном случае невозможно понять. Потому что обусловленные души постоянно заняты в общении, то есть они стремятся к общению. Никто не может жить без общения. А Прабхупад говорил, кто-то утверждал, что Гауранга Махапрабху Бабаджи Махарадж сказал, что чтобы Шрила Прабхупад никогда не ходил в Калия-Браманду, никогда не вовлекался в плохое общение, неблагоприятное. И Прабхупад ответил на эти обвинения, которые выдвигали к нему. И он говорил, что, будь уверены, я никогда не хожу в Калькутту, не езжу в Калькутту, я не иду в Калькутту. Я отправляюсь во Вриндаван. Я не стремлюсь к неблагоприятному общению. То общение возвышенное, которое я обрел с помощью милости моей Гуру Махараджа, по милости моего Гуру Пада Падма Шрила Гуру Кшардас Бабджи Махараджа, дает мне настолько высокое общение,
эта милость, с помощью этой милости я получил настолько уникальное высокое общение, что я... У меня нет никакого вкуса к какому бы то ни было другому общению. Общение означает, должна быть какая-то привязанность. Шрила Бхактивинода Тхакур объясняет, если нет асакти, нет привязанности, невозможно общение, истинное общение, невозможно санга. Капилджи Махарадж говорит это Шримад Бхагаватам. Прабхупад говорит, у меня нет никакого вкуса. Я получил по милости моего Гуру Пада Падма Парамахамса Шришти и Гуркшардас Бабджи Махараджа такое общение, что у меня не может быть никакого вкуса к материальному общению. Такое возвышенное общение я получил. Таким должно быть наше настроение, наша бхава. Прабхупад учит нас тому, что когда мы приходим в общение с Шри Гуру и Вайшнавами, когда мы... Даже если после этого у вас останется какая-то привязанность к материальным вещам, какое-то влечение, это говорит о том, что вы не получили чистого общения с этим вайшнавом, чистой санги. Сат-санга не произошла. Таким образом, это не вопрос споров, то есть это не повод для споров. Сегодня мы хотим обсудить то, что говорит Прабхупад о том, каким должен быть ачарья. Многие преданные из разных уголков мира присылают вопросы, задают вопросы. Если я... Возможно, кажется, что то, что я говорил прежде, не особо ясно. Но это настолько тонкий момент, если я буду все в деталях объяснять, вы можете подумать, что я собираюсь, что я критикую, но поверьте мне, я могу чувствовать напрямую, что я оставлю в один момент, наверное, свое тело. Я очень ясно это понимаю. И как же для меня возможно с кем-то сражаться, спорить, выражать какое-то ложное эго? Как это возможно для меня? По милости Прабхупады и мой гуру Варги, я очень ясно понимаю, что я в один момент оставлю свое тело. Таким образом, как же возможно для меня с кем-то вовлекаться в такую деятельность, сражаться с кем-то, спорить. Но для того, чтобы дать ясный ответ, я должен говорить, должен объяснять эту ситханту в деталях. Много раз я уже говорил, что... Как можно понять то, о чем говорится в этой шлоке? Кришна нам и Кришна не отличные. Они находятся на трансцендентной платформе. Как же в обусловленном состоянии я могу повторить имя Кришны и воспевать его славу? Если я не возвысился до того положения, как я могу говорить о них, до их положения? Трансцендентные вещи. Вы не можете коснуться и прочувствовать трансцендентные вещи до того момента, пока вы находитесь в обусловленном положении, состоянии. Прежде всего, необходимо понять это. Я прошу, молюсь вам, чтобы вы не думали, что я собираюсь кого-то критиковать.
что я критикую кого-то, это вопрос жизни и смерти. Это очень тонкий момент, очень важный, очень значимый. Это не вопрос как бы, проявления ложного эго, что это вопрос нашего того, выживем мы или нет. То есть это вопрос жизни и смерти, чтобы мы выжили в этом, на нашем духовном пути. Как я могу... Единственное, что я могу делать, это повторять то, что говорил Прабхупад, Бхактисиддханта Тхакур, Баладев Видьябхушан. Вот это я могу делать. Это единственное, что, чем я могу заниматься. Истинный посланник Верховного Господа никогда не сможет вести вас в заблуждение, то есть дать вам неправильное руководство. Никогда не будет вводить вас в заблуждение. Помните шлоку, сказанную Махапрабху? Если у вас нет даже намека на пратиштху, много раз я уже обсуждал этот момент, только в том случае вы можете воспевать славу Верховного Господа. Если у вас нет намека на пратиштху, вы можете видеть и воспевать славу. Если вы установились в этой шлоке, Тринада Писанчина, то есть если вы полностью ей следуете, в противном случае Харикатхань, трансцендентная Харикатхань не сможет танцевать на ваших устах. Святое имя Кришны, игры, качества находятся на абсолютной платформе. Материальные чувства не могут прикоснуться к этому, коснуться их. Когда обусловленная душа пробудилась к сознанию Кришны и от всего сердца пытается совершать служение под руководством чистого гуру Вайшнавов, только в таком случае она сможет осознать в своем сердце духовные истины. В противном случае можно стать профессионалом в этой области, очень ученым, всезнающим, но тем не менее вы не сможете осознать абсолютную истину. Я начал со шлоки из Шримад Бхагаватам. Это очень важный момент. Нет акинчана. Если какие-то преданные пытаются действовать с платформы, будучи, то есть занимая положение ачарьи, но они не достигли того, о чем говорится в этой шлоке. Если в вашем сердце есть акинчана бхакти, единственная ценность, которую дал мне мой гуру Падма, это Кришна, лотосные стопы Гауранги. Несмотря на то, что Бхагаван Шри Кришна говорит, что я акинчан, нишкинчан, мы можем смеяться, о, как же ты можешь быть нишкинчан, бесконечные браманды под твоим руководством, все принадлежит тебе, но Кришна говорит, нет, у меня ничего нет. Даже Рукмини Деви, ей он говорит это, я нишкинчан. И только нишкинчаны могут любить меня от всего сердца, те, у кого никого нет, кроме Кришны. Потому что мое единственное имущество — лотосные стопы Радхарани. Поняв эту, услышав эту сиддханту, можно сойти с ума. Если вы в действительности по-настоящему являетесь гаудия преданными, Гаудием. Если вы следуете Шри Прабхупаде, вы не должны, как бы, это не должно сбить вас с толку, вы должны воспринять эти слова. То есть как же мы можем поверить в то, что Кришна сам про себя говорит, что он нишкинчана, что он есть нишкинчана, потому что он думает, что у него ничего нет. Единственное, чем я обладаю, это лотосные стопы. Единственное мое богатство — это лотосные стопы Шримати Радхарани. Абсолютно естественно, что полубоги пребывают в сердце преданного. Как мы можем
ожидать, что в ком-то проявятся трансцендентные качества, пока этот человек материалистичен, который бегает за славой, деньгами и так далее. Как может в них это проявиться? Прежде я уже говорил очень много об этом. Материальную пратиштху Прабхупад сравнивает с упражнениями свиньи. Но вайшнава пратиштха — это полностью эксклюзивное понятие, полностью уникальное понятие. Что единственный процесс... Икаян Патха. Только преданные могут поверить в Икаян Пантхе. А те, кто не преданные, они верят в себя, у них материальные идеи и преобладают, и они верят в свои силы, в себя, и они повторяют, читают Шримад Бхагаватам под музыку, и глупцы, они для того, чтобы заработать деньги, они устраивают такие шоу. И такие личности не обретут вайшнава пратиштхи, потому что они совершают оскорбление лотосным стопам гуру и вайшнавов. Поэтому для них невозможно достичь вайшнава пратиштхи. Если мы сможем понять это, осознать это понятие вайшнава пратиштха, автоматически мы станем смиренные, смиреннее, чем травинка. Это автоматическое явление, это автоматически произойдет. Асатсанга, то есть мы продолжаем асатсангу и продолжаем и пытаемся практиковать эту шлоку Тринада Писаничина, стать смиренными. Это невозможно. В этой жизни мы не достигнем никакого успеха в таком случае. Чистый садо всегда обладает чистой, ясной идеей, то есть пониманием, что вот это обусловленность, а это татвагьян. Если я пойду в этом направлении, я то есть ничего там не найду, а если пойду в этом направлении, то татвагьяна, мне нужно общаться с ними. И татвагьяна — это не материальное образование. У вас есть материальное образование, хорошие мозги, вы можете все запоминать, очень многое, но вы не сможете, как бы, вы не сможете прочувствовать, осознать то, что вы учите. Шрила Гуракшардас Бабджи Махарадж говорил, что они могут говорить Расалилу, но откуда они обретут реализацию? Все в руках чистых Шри Гуру и Вайшнавов. Если они захотят тебя обмануть, они обманут. И они могут дать, а могут не дать. Много раз я говорил об этом. Прежде я много говорил об этом. Кому Гурудев может открыть все сокровенные тайны Баджана? Тому, кто является Снигда Шишьей. Тот, кто полностью синхронизировал свое, сгармонизировал свое сердце с сердцем Гуру Пада Падмы, нет ни процента разницы. То есть он полностью предался, то есть сделал единым свое сердце. В таком случае Гуру Пад Падма поймет это и откроет все сокровища Баджана. И не имеет значения, Гурупад Падма сейчас находится в этом мире или нет. Садшишья всегда чувствует, что Гурупад Падма всегда с ним. Он постоянно в сердце. Постоянная, беспрерывная Гурупуджа проходит в сердце
чистого преданного, чистого ученика. В сердце чистого ученика беспрерывная гуру пуджа. Не так, что Абхирбхактидхи, день явления гуру Падмы наступило, и вот сейчас я буду поклоняться. Нет, оно постоянно происходит в сердце такого преданного. Прежде я уже много раз говорил, что снигда шишья наслаждаться полной милостью гуру Падмы. Пример этому Мадхавендра Пурипаты и Ишвара Пурипат. Полная крипа проявилась в их отношениях, то есть или Горакшнатас Бабаджи Махарадж. Также все они вечные спутники, так или иначе, но они идеальные образцы того, о чем я говорю. То есть нет не процента разницы в их сердцах, то есть они... И таким образом, если вы будете совершать служение от всего сердца, вы получите полную милость от гуру и вайшнавов. И это истина сиддханта. Если вы настоящий ученик, истинный ученик садшишья, снигдашишья, в таком случае вы на 100% являетесь гуру. Если вы такой идеальный ученик, садшишья, невозможно не быть гуру. Это означает, что через гуру-севу, через постоянную гуру-севу, беспрерывную, уникальную, с помощью этого служения, то есть он занимает естественным образом положение ачарьи, под именем, потому что у него нет никакого лицемерия. Под именем гуру, под именем Баджана и гуру Севы мы совершаем много всякой ерунды. Прежде много публикаций выходило в Девананда Гаудия Матхе, много-много еще где. Сева гуру абсолютно мое абсолютное объект поклонения мой. Если я вижу, что он отклонился от следования гуру Падмы, невозможно выражать ему такое почтение. Пока ученик следует гуру Падмы на 100% всю свою жизнь. Если ученик следует таким образом, в таком случае возможно оказывать такое почтение. Это называется вечная ачарья. Мы не понимаем, что хочет сказать Прабхупад. Мы не стараемся понять, что он хотел сказать, что он говорил о истинном положении ачарьи. Допустим, если через выборы кто-то избирает ачарью и следует такому гуру 6 месяцев или какое-то время, если вы не глупцы, вы поймете, что на самом деле он не следует пути гуру Падмы. И как я уже говорил, мельчайшее, малейшее отклонение от следования гуру Падме выбросит вас с пути следования бхакти. И каков критерий, как мы можем понять, кто настоящий саду, а кто нет? Как понять? Прежде всего, сиддханта говорит, необходимо самому стать настоящим. Пока у вас этого не будет, этой искренности в сердце, вы не сможете понять, кто есть настоящий, а кто ложный саду. Когда будет полная искренность, 100%, вы получите духовную помощь. 100%. Если вы не лицемеры, если никак...
никакого лицемерия нет в вас. Когда наступят Баладева Титхи, я в деталях буду говорить об этом. По милости Прабхупады, я верю, что Гурудев снизойдет из трансцендентного мира. Балададжи Махарадж, на день явления, то есть... Но если вы принудите меня, будете оказывать давление на меня, имеется в виду, не будете верить в то, что я говорю, лучше убить меня, убейте меня. Я не собираюсь оставить это убеждение. Если я потеряю это убеждение, эту веру в Сиддханту, каков смысл моей жизни, моего баджана, жизни в баджане? Я должен тогда просто, лучше мне умереть просто. Как Махапрабху плачет и говорит, что мне делать с этой бесполезной жизнью? Я не могу понять Кришна Баджан, Гуру Татву. Я в своей жизни уже очень много получил ударов, непониманий, то есть от того, что от этого не непонимание Гуру Татвы, неправильного понимания. То есть, имеется в виду, я смогу понять это, когда я буду полностью искренен. Автоматически я смогу это понять. Чем больше вы слушаете Харикатху от чистых Гуру Вайшнавов, всем сердцем слушайте, по-настоящему. Не так, что с каким-то лицемерием, думая о посторонних вещах. В таком случае Гуру Падма, он не сможет помочь мне. Если я полностью предан ему, устремлен к нему, Гуру Падма, он возьмет на себя мою ответственность в этой жизни, мои обязанности. На самом деле, Вайшнав Ачарья никогда не может быть выбран с помощью голосования. Мы должны правильно понимать Прабхупаду. Если мы не можем его правильно понять, возникают проблемы. Прежде всего, необходимо понять Гуру Татву всем сердцем. То есть в Читанчаритамрите ясно описано, кто есть Гуру и кто может действовать как Гуру. Махапрабху дает наставление. Можете понять то, о чем говорится в этой шлоке? Киба Випра. Випра. Или саньяси, или человек, рожденный в семье знатной. Какое дело нам до этого? Мы заинтересованы в чистой преданной практике. С помощью харикатхи мы должны остановить обман. Мы можем, то есть мы должны остановить обман, обман под именем проповеди. Каковы должны быть качества проповедника, гуру? Вся сиддханта должна быть установлена в моем сердце, и поэтому совершенно неважно, являюсь я браманом или низкорожденным, бессердечные личности, пашанды,
заявляют, что они принадлежат к семье Гурупады Падмы, и они на самом деле за это пойдут в ад за свое поведение. Рамананда — высочайший гуру. Гуру Кишвардас Бабджи Махарадж — высочайший гуру. Рагунанда Дас Гасай — высочайший гуру. Когда кто-то из-за своего ложного эго выдвигал, то есть это произошло, такой случай, один человек сказал Прабхупаде, что он произошел, Рагунат Дас Госвами произошел из низкого рождения, то есть ниже по рождению, чем мы, и он должен нам предлагать поклоны. И Прабхупад начал поститься в этот день. Он говорил, что это совершенно... То есть я услышал эту грязь от этого человека, то есть я хочу умереть теперь. И впоследствии этот человек пришел к Прабхупаде и начал просить о прощении. Мы не можем выдвигать никаких подобных заявлений. Бхагаван устроит пинок с помощью Майя Деви для нас. То есть много-много грязных вещей происходит в моей жизни, а я все равно отправляюсь на проповедь для того, чтобы зарабатывать деньги, для того, чтобы зарабатывать славу. Прабхупад говорит, что Ачарья самопроявлен, и невозможно выбрать Ачарью с помощью голосования. Много-много вещей говорил Прабхупад, наверное, на эту тему. Как я могу принять того, кто не способен дать мне трансцендентную харикатху? Это по своей собственной глупости я направлен туда, то есть прихожу туда. В книге по Арчане вы сможете найти следующую шлоку. Прежде чем начать арчану, мы должны медитировать на лотосные стопы Гуру Пада Падмы. Преданные, чистые преданные, прежде чем они проснулись, то есть, когда вы проснулись, необходимо вспомнить о лотосных стопах Гуру Пада Падмы. Сконцентрироваться на них, медитировать на них. Для чистого преданного это автоматически происходит, но вы должны стараться. И это сможет, наверное, дать вам бесстрашие. Нет никакого страха. О, Махарадж, говорим мы, этот материальный мир так опасен, как пересечь океан этого материального мира. И Шигуру, он говорит, что я тут, я жду тебя. Ты должен взывать Гуру Пада Падме, к его трансцендентному имени. Прежде Рагунат Дас Гасай говорил, вы должны кричать, кричать день и ночь, звать Гурваргу.
О Санатан Госвами, о Рупа Госвами Пад, о Джива Госвами Пад, пожалуйста, спасите меня, Бхактивинод Такур. Вы, так вы должны плакать, рыдать. Если вы не плачете, означает, что вы отдыхаете. Вы удовлетворены материальной жизнью. Нет никаких признаков того, что вы совершаете баджан. Чистый вайшнав никогда не удовлетворен своим баджаном. Он думает, все, что я делаю, то есть, что бы я ни делал, я просто ничего значительного не сделал. Все это ничто просто. Неудовлетворенность вашими материальными наслаждениями приведет вас к проблемам. Вы знаете, что тут огонь, и вы, ну, вы прыгаете в огонь, а потом говорите, у меня сердце такое пустое. Да вы же сами сделали свое сердце пустым. Кто ответственен за это? Гуру Вайшнавы дают вам столько сокровища, а вы не можете защитить их. И сейчас вы плачете, все пустое, то есть обвиняете, что все пусто так, в сердце пусто, все пусто. А как это может быть пусто, когда гуру Вайшнава дают вам столько сокровища? Почему это становится пустым? Из-за асад-санги, неблагоприятного общения. Поэтому вы сталкиваетесь с проблемами. Есть много замешательств, неправильное непонимание в обществе, вайшнавском обществе, о том, кто есть ачарья. Прабхупад говорит, что невозможно выбрать ачарью. Двадцать пять лет назад огромная группа из одного большого общество ИСКОН. Много преданных оттуда, старших, пришли к моему Гуру Падападме. Пришли для того, чтобы спросить Гуру Падападме о том, что наша Гуру Парампара, то есть можем ли мы, как мы должны действовать, должны ли мы выбирать ачарью? То есть один гуру ушел, и он должен кого-то назначить, наверное. То есть это система ритвиков. И Гуру Падападма ответил, нет, наша парампара не система ритвиков. В обществе нет. Если ачарья никого не назначил вместо себя, то мы думаем, что мы должны кого-то выбрать. Но, потому что кто же займет положение ачарьи? Кто будет управлять всем? И это абсолютно... Вы не понимаете, у вас нет понимания, что действовать как ачарья и, наверное, управлять всем — это разные вещи. То есть поддерживать общество — отличная деятельность от того, чтобы духовно, как бы, наверное, занимать положение ачарьи. Я могу привести много примеров подобного этому. То есть, кто сделает меня бесстрашным? Если вы примете даршан, получите даршан. То есть, если вы по-настоящему слышите харикатху из уст вайшнавов, гуру, вы получите огромную силу, взрастите в своем сердце. И поймете вы, 100% это чистая харикатха, без лицемерия. Таким образом, прежде всего, в сердце не должно остаться никакого лицемерия. И автоматически, не сегодня, так завтра, вы почувствуете и начнете понимать. И
Гуру Падма, Шри Бхактивинода Такур говорит, вы не должны бегать тут и там для того, чтобы найти гуру. То есть вот мне нужен гуру, вот я должен его найти, найти повсюду. Вот такой человек ходит. Но что же вы сможете найти с помощью своего процесса поиска, то есть своего поиска? Что вы можете своими глазами найти? Бхактивинода Такур объясняет, не старайтесь найти гуру Пада Падмы. Ждите, подождите, подождите, говорит Бхактивинода Такур. Вы не должны погружаться в эту проблему, то есть быть очень озабоченными этим. Вы должны ждать и смотреть. Если вы искренне, автоматически, вы получите духовную помощь. Баладауджи Махарадж даст вам руководство. Но если же в вашем сердце есть лицемерие, вы сможете, вы примите кого-то как гуру, кто может быть очень знаменитым, всюду проповедует по всему миру. Вы слепы, вы не видите татву, и также вы примете слепого гуру. Вы сами слепы духовно, и также вы подобного себе слепого человека примите как своего гуру. И оба отправятся в ад. Туласи Дас говорит много вещей по этому поводу. У меня сейчас нет времени все это сейчас упоминать. Тот, кто не может даровать мне бесстрашие, как я могу принять такую личность своим гуру? Кто не может спасти меня от страшной опасности? Кто не может меня вытащить из круговорота рождений и смертей? Как я могу провозгласить такого человека своим гуру? Как я могу принять его своим гуру? И провозглашать еще также себя, как, что я Гаудия, преданный Гаудии. Как столько обусловленности в этом. Как я могу поверить твоим словам, что ты Гаудия? Если вы... То есть в этом мире невероятно редко можно встретить саду. Это очень-очень редко. Кто может говорить харикатху? Упанишады говорят, что это невероятно редко встретить такого ачарью, вайшнава. Для того, чтобы прочувствовать этот вопрос, прежде всего, необходимо получить реализацию. Если вы очень-очень и очень удачливы, только тогда вы сможете обрести возможность встречи с садгуру. И если вы удачливы по-настоящему, вы сможете понять, что это есть истинный гуру, и принять его как своего гуру. Никто не сможет пересечь этот материальный океан, бесконечный материальный океан Майи без садгуру. Но мы играемся с гуру татвой. If you have some prejudicial idea,
Если у вас какие-то сектантские идеи, пожалуйста, не задавайте мне вот таких вопросов. И, то есть я не принадлежу, наверное, то есть не задавайте никаких вопросов, то есть все это бессмысленно, то, что я говорю, вы не сможете это воспринять. Почему Санатан Госвами Прабхупад сказал, что для того, чтобы по-настоящему обрести дикшу, нужно осознать истинную Бабу Гуру Пада Падмы, того, от кого вы принимаете дикшу. Хотя это невозможно для обусловленной души, но тем не менее она должна стараться. Как минимум один год необходимо наблюдать за Ачари, то есть совершает ли он какую-то ложную деятельность или он подлинный саду. Где найти того, кто говорит о трансцендентных вещах, которые он реализовал сам? Всю его свою жизнь, которую посвятил Гуру Вани. Где найти такого вайшнава? Того, кто может коснуться шилограмма, кто может прийти в Нрисимха Мандир и провозгласить, что я хочу одного лишь Кришну и больше ничего. Кто может сказать это? Кто может сказать так? Кто может, прикоснувшись к Шилараму? То есть, если такой человек соврет, у него будет лепра. Он получит лепру. В таком случае. То есть, потому что они делают, что они говорят, можно легко, наверное, понять их мотивы. Даже через неделю, то есть по телефону можно очень легко понять, что как бы что скрывается за что хочет, то есть что, кто есть кто вообще. Я бы хотел открыть ваши глаза, чтобы вы увидели восход солнца. Сова, наверное, не может видеть восход солнца. Она, то есть, когда светло, она ничего не видит, но когда темно, она видит. И так нас сравнивают вайшнавы с совой. Вайшнавы принесли нам бесконечные сокровища. Но кто стремится понять их? Кто стремится прочувствовать? У кого есть только терпение, смирение? Ни у кого нет. Как беспокойные обезьяны. Прыгаем с одной ветки на другую и кричим, что у нас нет времени, нет времени. Для чего у вас тогда время дано в вашей жизни? У вас нет времени слушать о истинной философии Гауди Вайшнавов. То есть говорится, что надо молчать просто. Вы должны молчать, и я буду молчать. Но Прабхупад никогда не подтверждал такое настроение. Имеется в виду, что я вижу, что что-то неправильно происходит, и я должен молчать. Прабхупад никогда это не одобрял, потому что нужно понять, наверное, то есть мы говорим, что вот у этого вайшнава столько, у этого преданного, этого ачарьи, столько учеников, 10 тысяч учеников. Конечно, он возвышенный, но гуру татва не дешевка, которую можно понять очень легко.
Тот, кто не может даровать мне бесстрашие, тот, кто не может спасти меня от опасности жизни в этом материальном мире, имеется в виду от круговорота рождения и смертей. Как я могу сказать, провозгласить такого человека гуру, в то время как Санатана Госвами говорит нам, что как минимум один год мы должны наблюдать за тем, у кого мы собираемся получить посвящение, совершает ли он истинный баджан или он просто осуществляет какой-то бизнес под названием, под именем баджана. Гуру Вайшнава настолько милостивы, даже во сне мы не можем понять это. Они постоянно хотят спасти нас, мы слепые, они пытаются помочь нам открыть глаза. Они хотят, чтобы мы открыли глаза и поняли, что происходит вокруг. Они постоянно говорят о абсолютной истине. Это очень редко, то есть найти такого вайшнава, от кого мы можем ожидать, что он может говорить о трансцендентных, по-настоящему о трансцендентных вещах, основываясь на своих переживаниях. Это невероятно редко. Это невероятно редко. Но еще реже можно встретить того, кто готов воспринять абсолютную истину. Тот, кто готов воспринять. Возможно, вы получите, найдете гуру случайно. Как говорится, что без милости Бхагавана вы не сможете обрести гуру. Рупа Госвами Пад говорит, и Джива Госвами Пад также говорит это, обсуждает это в Сандарбхах, что прежде сатсанги, то есть сатсанга, которую вы получили, сможет помочь вам осознать ваше плачевное положение сердца, насколько бедно ваше сердце. Это называется Шравана Гуру, то есть Шравана Гуру поможет вам. И после этого, после того, как вы слушали Харикатху Чистого Вайшнава, вы должны осознать, что это невероятно... Срочно нужно срочно принять прибежище Шри Гуру. Если у вас такого чувства не появилось, такого понимания, значит, вы не совершали сатсангу по-настоящему. И результат сатсанги в том, что вы должны понимать, что это невероятно срочно. Необходимо принять Шри Гуру, принять прибежище Шри Гуру. Шанкар Бхагаван множество раз говорит, Махамайя Деви, о Деви, о Деви, есть бесконечное количество гуру, много-много гуру. Рынок гуру, он открыт. Каждый хочет действовать, занимать положение гуру. Никто не хочет стать учеником. Все хотят стать гуру. Кто не хочет? Не найти такого. Но никто не хочет стать учеником. И таким образом они никогда не станут гуру. Пока человек не станет истинным учеником, он не сможет стать гуру. Такой гуру невероятно редок. Тот, кто может стереть все, весь больной опыт из сердца ученика.
Джахарани Катагеле. То есть это не повод для шуток. Тут нет места шуткам. Наратан Дас Такур, то, что он поет в своем киртане, говорит в своем киртане, он говорит, основываясь на своих собственных переживаниях, реализациях. Мы можем видеть, но мы не можем чувствовать. Если вы предстанете перед Гуру Вайшнавами, вы сможете почувствовать реакции в своем сердце, почувствовать что-то в своем сердце, даже если они ничего не говорят, просто взглянув на них, вы почувствуете изменения в своем сердце определенно. Что-то будет происходить в вашем сердце. It's not possible. First preliminary, you must show your sincerity. Прежде всего, вы должны показать свою искренность. Баладауджи Махарадж поможет вам. После этого вы обретете вдохновение принять прибежище у лотосных стоп Садгуру. И тогда Баладауджи Махарадж опять начнет помогать вам. Все это я в подробностях расскажу, если вы меня благословите на день явления Баладеваджи. То есть, в любом случае, Баладев, Бхагаван, помогает нам как гуру и вайшнав, через, то есть, как проявление Шри Гуру и вайшнава в Садгуру. Даже если вы обищете весь мир, одного-двух, возможно, вы найдете, кто обладает могуществом говорить о трансцендентных вещах, основываясь на своих прямых ощущениях. Возможно, вы найдете таких, но сможете ли вы найти того, кто сможет слушать совершенным образом, того, кто сможет воспринять это, кто сможет переварить, кто сможет следовать Гуру Падпадме полностью, сможете хотя бы одного такого человека показать мне, потому что это автоматический процесс. Если нет снигда шишья, то есть если человек не является снигда шишья, он не сможет полной милости получить Гуру Падпадмы. Через какую-то политику он сможет обрести асану Гуру Падпадмы, но это не есть гуру татва. То есть, имеется в виду, он сможет занять положение ачарьи, но чисто политическим путем. Это не есть настоящая гуру татва. Много разных шлок в Бхагаватам мы можем привести как подтверждение этому. Но если до сих пор вы не верите мне, удача ваша очень бедна. Что же поделать в таком случае? Тот, кто не может дать мне прямых реализаций о Апракрита Татве, кто не сможет спасти меня от неминуемой опасности, я не смогу принять такого человека, как своего гуру. Тот, кто обладает глубоким познанием Кришна-таттвы, то есть прямой реализацией. Мы должны говорить вновь и вновь о Гуру-таттве. Шабда-брама и Пара-брама. Что я могу ожидать от Садгуру?
Что Садхгуру делает меня следующим ачарья? Я бизнесмен, блудница. Что я ожидаю от Гуру Падмы? Я должен ожидать от Гуру Падмы только лишь прямых реализаций того, что в его сердце, что то, что в его сердце придет в мое сердце. И это есть Снигда Шишья. Единственное, чего мы можем ожидать от Садхгуру, что Гурупад Падма даст мне полное понимание, что есть сева. Гурупад Падма постоянно наслаждается служением. Он говорится, что единственный, то есть симптом Гурупада Падмы — это его уникальное настроение служения. Как же мы можем понять, кто есть Гуру, то есть, наблюдая за его настроением служения, за его поведением, наверное. Мы должны смотреть, наблюдать за плодами. Все предлагают ему гирлянды и омывают его стопы. Хорошо, но мы настолько слепы, что не готовы увидеть, не видим. Какие книги он пишет, то есть эту Сиддханту Вичар, то есть та Сиддханта, которую он провозглашает на своих лекциях, все это неправильно, все это ложно, не в соответствии с писаниями, но тем не менее весь мир его прославляет. Они слепы, они не понимают этого. Садхгуру. Как мы можем понять Садхгуру? Мы должны следовать Гурупада Падме, его Сиддханте, его примеру. Если настоящий ачарья, то есть если выбранный ачарья лишен всего этого, даже несмотря на то, что он был выбран, он не есть истинный гуру, мы можем совершить самоубийство и предаться его лотосным стопам. Прабхупад говорит, если вы то есть садшишья сможет понять, кто есть кто, он сможет увидеть сердце вайшнава. Нужно понять все это, иначе у нас будут большие проблемы. И это очень редко в наше время. Редко можно встретить того, кому мы можем верить на 100%. Поэтому Баладев Видябушан говорит в своих писаниях, что если мантра парам-парам не беспрерывна, то есть если она прерывается, тогда вы потеряете силу, то есть нельзя ожидать того же потока энергии, силы. То есть если есть прерывание какое-то, как, например, пример, мой гуру Пад Падма дал мне наставление, иди принеси воды Ганге. Если я поеду в Южную Индию, То есть для того, чтобы в общем, не так просто ее. Нужно из определенного места только взять Гангу, чтобы она в определенном направлении текла, только там, наверное, есть подлинная Ганга. Не совсем понял этот пример. То есть мы Прабхупад, то есть Баладев Видябушана говорит, если какие-то проблемы возникают в гуру парампаре, то есть прерывается мантра парампара, в таком случае вы не сможете получить энергию, силу. И что же делать в таком случае? Прабхупад говорит,
по поводу этого, то есть вот в этом, в этой, тем, что мы поем утром. Прабхупад говорит, он хотел показать нам, что мантра парампара и Бхагават парампара должны быть сгармонизированы, должны быть единые. Таким образом, Прабхупад хотел показать нам, что мантра парампара и Бхагавата парампара должны быть сгармонизированы между собой. В читании Чаритамрити Махапрабху говорит, что процесс Панчаратрики — это то же самое, что и Агами-Нигама, о котором я говорил прежде. Процесс Панчаратрики — нечто отличное. В конечном счете это одно и то же. Почему Прабхупад хотел установить гармонию между мантра-парампарой и Бхагавата-парампарой? Потому что это очень важно, это имеет большое значение, влияние. То есть думать, что я могу получить парампару, когда там, получить мантру от Гуру Парампары, когда тысячи лет прошло. То есть я не говорю, что то есть, могут существовать какие-то перерывы. До Горкишар Бабы и далее. То есть я уже опубликовал одну книгу, в которой приведено много примеров из Сарасвата Годи Сампрадая. Я хочу вновь опубликовать эту книгу. Прежде Горакишор Бабы существовала мантра парампара. И также Шрила Прабхупад хотел показать, что это возможно сгармонизировать их. И когда нет этой гармонии между ними, возникают большие проблемы. И поэтому Шрила Прабхупад установил воспевание этого киртана. То есть, когда поется Махапрабху Шри Чайтанья Наха Кришна, Рада Кришна Нахьяни, то есть до этого идет Бхагавата Парампара. 100%. Таким образом, Бхагавата Парампара, она очень практична, то есть невозможно ее просто закрывать на нее глаза, игнорировать ее. Даже в нашей сампрадае я могу указать на многих, кто на самом деле майвади, которые не верят, что они находятся в линии Мадхавачарьи. Шрила Бхактивинода Такур говорит о них, что они самые настоящие майвади, что они не Гаудия Бхакты. Они могут принять саньясу или нет. То есть вся система настолько повреждена. Как исправить это? Как изменить умонастроение, концепцию, взгляд на мир обычных людей? Очень сложно изменить их мировоззрение. Ачарджа мам бижаньят навамонит каричит. Ачарджа мам бижаньят. На самом деле, это очень важный, тонкий момент. Это вопрос нашей жизни и смерти. На пути нашего баджана, в нашей жизни баджана. Кришна Бхагаван говорит, Ачарья Мам Биджанья, он говорит это Удхаве. Сегодня сейчас я хочу указать кое на что,
что сказал Шрила Бхактивинод Такур. Шрила Сачит Ананда Бхактивинод Такур был очень практичен по этому вопросу. Никаких дешевых сентиментов он не показывал. Те, кто отречены, они могут делать какую-то ерунду, и тогда вся сампрадая получает плохую славу. Есть множество то есть из-за ошибок, из-за нехорошего поведения отреченных сейчас плохое мнение всеобщее сложилось у людей. И Шри Бхактивинод Такур говорит, что те, кто приняли этот уклад жизни отреченный, должны являть, наверное, должный образец поведения всему миру. Ложные отреченцы, все их количество возрастает и возрастает, и мы должны полностью себя оградить от общения с ними. Самые отреченные под, то есть, под дудочку Кали, то есть найти истинного отреченного, преданного очень редко можно. Тот, кто с благим поведением постоянно вовлечен в повторение святого имени, он сможет, только такой человек сможет поддерживать чистоту, если он совершает, повторяет харинам чистым образом, поддерживает все правила, все регуляции, следует всем правилам. Когда количество отреченных увеличивается, это говорится, то есть это говорит о проделках Кали. То есть это говорит о том, что никто не смотрит на то, подходит он к тому, чтобы наградить его этим правом на уклад такой жизни. То есть никто с этим не считается, не считается с тем, готов человек принять саньясу или нет. И поэтому мы сталкиваемся с такими трудностями. Падшие саньяси никогда... Завтра я в деталях расскажу о саньясе, о правилах отречения. Шрила Бхактивинод Такур говорит, что просто сражаться, спорить с другими по вопросам, то есть это еще не как бы не главная обязанность ачарьи. Главная задача ачарьи — освещать, указывать на анартхи сампрадая. То есть вместо того, чтобы выявлять их, мы даем им какие-то особые привилегии, как террористы. То есть кто-то, кому выгодно, они все устраивают для них. Ты живи тут, я тебе все устрою. И точно так же происходит в гауди-обществе. То есть Шрила Бхактивинод Такур говорит, что ачарья должен указывать, освещать на анартхи, на проблемы, наверное, этого общества. Потому что как он может защитить сампрадаю, только поддерживая вишудхавани, то есть чистоту учения парампары. Если он сможет дать полную защиту этому учению, тогда он сможет
дать и вам полную, полную защиту. Сейчас это очень почти невыполнимое задание, потому что вайшнавский этикет — та ситуация, которая сейчас происходит. Кто кого может исправлять? Все полны ложного эго, никто не способен заниматься этим. И такова ситуация. Множество сиддханта вичары содержится в Матсья Пуране, Вая Пуране и так далее. Завтра я буду говорить об этом подробнее. Кого мы можем назвать ачарьей? Каков должен быть характер ачарьи? Все в деталях мы можем обсудить завтра. Сейчас я хочу привести один пример из Рамаяны. Я слышал от Гуру Варги одну историю, описанную в Рамаяне. Одну собаку серьезно сбивал ее хозяин, без какой бы то ни было причины. Это происходило ежедневно, постоянно. В конце концов, собака решила обратиться к Шри Рамачандре. Это происходило во времена Господа Рамачандры. Для того, чтобы добиться справедливости. Почему мой хозяин бьет меня без всякой причины? Рассказав все, собака ожидала ответа Господа Рамачандры. Шри Рамачандра, Верховный Господь, символ справедливости. Таким образом, он не может явить ничего, что бы шло вразрез со справедливостью. И в конце концов, Господь Рамачандра решил спросить собаку, «Как ты думаешь, какое наказание подобает ему?» И, не задумываясь, собака ответила, «Прабу, пожалуйста, сделай его ачарьей храма, сделай его ачарьей, ачарьей общества». И Господь Рамачандра удивился, «Почему ты спросишь об этом?» Тогда собака ответила, что в предыдущей жизни я сам был ачарьей. Это очень ответственный пост, ответственное положение. Если ты совершишь какое-то оскорбление, ты получишь серьезное наказание, потому что все, что происходит в обществе, ачарья отвечает за это. Собака ответила, что в предыдущей жизни я был сам ачарьей, и ты его можешь в следующей жизни сделать вот ачарьей того же самого общества, которое возглавлял я. Сейчас я хочу объяснить, то есть каково есть настроение Бхава Прабхупады. Завтра я в деталях это освещу. Для того, чтобы управлять обществом, для того, чтобы возглавлять общество и также управлять Апракита Гаудия Матхам, это не одно и то же. Это разные вещи. Шрила Прабхупад и Шрила Бхактивинода Такур говорят, что для того, чтобы управлять Гаудия Матхам, необходимо... То есть, нет, не они говорят, а для того, чтобы управлять Гаудия Матхам, необходимо полностью следовать учению Шрилы Прабхупады и Шрилы Бхактивинода Такура. Без всяких компромиссов, полностью. В настоящее время кто заинтересован в том, чтобы таким образом управлять обществом?